развитая промышленность, показатель устойчивого экономического роста муниципалитета. Тема исключительно важная для всех муниципальных образований Московской области. На протяжении всей своей деятельности Мособлдума уделяла особое внимание развитию законодательства в сфере промышленной политики. В год 25-летия она решила подвести итоги этой работы и наметить перспективы. Промышленному производству по праву отведено одно из ведущих мест в экономике Подмосковья. Только за 9 месяцев 2018 года оборот промышленных организаций составил более 2 миллиардов рублей. Это стратегически важная отрасль для Подмосковья, которая дает четверть валового регионального продукта. Кроме того, промышленность – это более трети налоговых доходов бюджета Московской области, 30% инвестиций в основной капитал, 25% работников, занятых в организациях Московской области. Важный показатель развития промышленности – законодательное регулирование этой сферы. Некоторые итоги 25-летней работы в этом направлении подвел председатель Комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Мособлдумы Борис Крымов. Он отметил, что за эти годы значительно возросли суммы инвестиций, расширились границы государственно-частного и муниципально-частного партнерства, решаются вопросы льготного налогообложения. Министр инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов отметил, что важной составляющей работы является создание особых экономических зон, индустриальных парков. Ряд таких проектов уже реализуется в муниципалитетах Подмосковья. В работе конференции приняла участие первый заместитель главы администрации Щелковского района по инвестициям Аминат Халидова. Она оценила практическую важность встречи для эффективной промышленной политики нашего района. Также муниципалитет очень помогает развитию промышленности на территории нашего района. И действительно, сегодня были предложены такие механизмы в разрезе правового опыта, 25-летнего правового опыта Московской областной думы, которые могут поспособствовать быстрому развитию промышленности как на территории Щелковского муниципального района, так и на территории всего Подмосковья. Наталья Медведева, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».